И всем привет, ребята, с вами я, мой инспектор. Сегодня мы играем в Ocean Nomad. И я там чуть-чуть развился перед этим. Смотрите, что у меня получилось. Тут еще какая-то акула плавает. Поймать ее хочется. Так. Я еще вот эту игру не играл. Так что начинаем. Так, раз. Собираем всякий хлам, мне там говорили. Так. Смотрим. У нас есть еще вот такая штука. И давайте словим ее. Не словим. Нормально. Так. Тапните на иконку сети, чтобы начать ловить рыбу. Все. Наконец-то взять. Так, водичка есть. Вот это есть. Использовать. Попить же тоже надо. Так, бревно. Нормально. Все равно я ничего не тратил. Сиди, готово. Теперь надо позаботиться о питьевой воде. Так, дожделов. А дождей же нету. Какой дожделов еще? Ну ладно. Так, где, куда бы его поставить? Ну давайте, не знаю. По-моему, так красивее. О, идеально. Ё-моё. Акула. Так, маленькая бутылка изготовить. Ускорить за дублон. Откуда у меня дублоны? А ладно, потратим один. Просто так. Инвентарь. То-то-то, то-то-то. Идеально. Все, теперь можно ловить. Нормально мы ловим, кстати. Много ловим. Так, к нам еще плывет. О, деревянная доска. Ну, наконец-то. И это деревянная доска. Железные обломки. Мы... О, хорошо. Надо увидеть плод. Интуиция подсказывает, что мои проблемы только начинаются. Ладно. Так. 58. Вот, красавчик. Сундук пропущу. Ну, ладно. Так, начнем. Раз. Два. Вот так хочу, вот так. Я хочу побольше. Да ты, ладно. Ладно, я хотела еще построить, а они меня перешили. Какашки. О, радар. Так, радар. Где бы побыл у нас радар? Вот так. Строить. Поздравляем, вы теперь вам доступна возможность плавать на острова и новые архипелаги. А, что я увидел. Ну не хочу я. Не хочу. Ну что? Ладно, придется плыть. Я хотел тут что-то поделать. По-моему, в воде еще лучше. Что это? Что это за анимация такая? Ну ладно. Он сейчас остановился, как будто сейчас утонул. Так, один дублон. Уже 9 дублонов. Нормально. Далее, 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 да. Полезные ресурсы будут хлам. Это полезные ресурсы у нас. Собрать. Бутылка? Прикол. Я могу кого-то тут убить? Тут никого нет. Раз пшеница. Раз бревно. Скорпион. Начинаем. Раз. А его убить можно? Извините, извините. Тут ударь по нему, лошара. Одним что выпадает? О! Надо сундук строить. Ну ладно. Сейчас ждите, ждите, никакой домой. Не домой, а еще поисследовать хочу. Открываем. Так, взломать не могу. Извините, не могу. Так, собрано объектов. Нормально. А надо было крабов убивать, что ли, по-вашему? Не хочу убивать крабов. Мне нужен сундук. Сундук. Что-то как-то у меня все жирно. Где открывашка сундука? А нигде, скорее всего. Ну ладно. Нигде так нигде. Раз. Сундук я положу, по крайней мере, самое важное. Металл и бревна.
доску. Сюда, вот так. 20 дерева. Ну, бревна. Вот так, раз, два, три. Нормально. Дальше я беру инвентарь. Раз, использовать. Ну, ладно, используем один бинт. А это бинт был? Ну, ладно. 114 здоровья, нормально. Для того, чтобы спастись, я должен кому-то сообщить. Меня не охотно построили. Ага, я понял. Так, показать. А, это надо тут все так делать. Не могу я. К сожалению, не могу, ребят. Так. Давайте уже начинать себе строить домик. Так, приличный. Как-то без этого никак. Так. Впереди находит. Все, нормально. Так, смотрим. О. А ладно. Так, изготовить. Точно. Мне же надо все так просто быстренько делать. А я туплю. Так, маленькая бутылочка наша. А зачем мне еще дублоны? У меня их много. Целых 11 штук. О, ловим две сразу. Хлам. Ладно, словили хлам, так словили. Раз. Нормально, еще одна бутылка. Что-то как-то много мне дают. Уже 4 батарейки. А кушать же хочется. А кушать хочется. А кушать хочется. Раз. И раз. Жопа. Мы не ловим ничего, ребята. Сейчас я тебе по полную еду. Я это перемотаю, ребята. Когда я понял, что у меня интернета нет, мне придется вот так. Ну, вообще, я могу сейчас включить интернет и все сделать, но не хочу. Я честный игрок. Кушать хочу. А укол эта тупая не уходит. Что-то игра как на реальных событиях. Ну, почему у него 11 крюков? 11? Ну, что у меня не кончается? Раз. Одно скушал. Дерево скушал. Не поймал. Мне еда нужна. Давай быстрее, грейся, еда моя. Так, радар. Изучить. Ускорить за дублон. Давайте. Открыть. Ура! Ну, что-то, ладно. Потом 5 батареек накопим, и все будет хорошо. Так, ложим в сундук батарейки. А тут сдохнуть можно, кстати? Батарейку в сундук. Это сюда. Так, все. Хлам будем собирать. Так, мне надо кое-что еще, вроде как. Крафт. Мне там сказали кое-что. Факел можно? Не смогу. Костер. Это круто. Где будет у меня освещение? Прям все в одном. Прям вот это вот здесь мой домик. Идеально. Так. Водичка готова. Где моя кушанька? Кушанька, иди сюда. Вот, взять. И изготовить. Потому что мне не хватит, скорее всего. Я сейчас умру от голода. Умру от голода. Еда очень мало готовится. Так, сначала... Ну ладно, на остров пора плыть. Это еда? Нефть! Ну ладно, потом. Тут ничего. Ого. Короче, поплыли туда. Там какой-то домик. Ура. Вперед. Ого. Чтоб я могу с острова на острова плыть, а потом домой вернулся. Логично. Сейчас проверим. Так. Красник. Молодец. Солома и хлам. Ну, хлам без. Топор нужен тут, скорее всего. Все проверим. Тут дерево, и тут непонятно где. Топор, да? Требуется топор. Если я его сделаю, он будет, наверное, не работать. Так. Собрать. Нормально. Мне соломка нужна, чтобы кушать ее. Кирка. Что это как-то тут не кирка? Это древко не кирка. Ого.
Не, ну я понял, что кирка нужна. Но мне не надо заставлять. Собираем. О. Это для меня как будто кейсик. Хорошо. Нормально. Так. Что это? Это дерево, забери, дурак. Так. Так. Стрижи. Фиалка. Ну ладно. Фиалка. Фиалка. Прикольная игра, ребята, просто. Ой, прикол. Эх, ребята, какая веселая игра. Такая веселая. Берем еще один. Давайте, раз. Ну ладно, сильный голод. Рыболовная сеть. Взять. Сильный голод. Что такое у нас голодный? Суши? Суши? А, обманули. Так, добывается и на море, и суши. Да, не повезло. Так. Так, ребята, так весело, ребят. Эх, отдыхаем. Ну ладно, ребята. Это только первая часть, а будет очень много частей. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал MyInspector. Всем удачи и всем пока!